На этом форуме рассматриваются актуальные проблемы авиации, а нам, как будущим работникам авиации, это интересно, конечно же. Да, здесь разбираются перспективы лизинга в России, также какие проблемы затрагивают это. Проблемы с топливом, которые на данный момент очень актуальны и много затрачивается финансирование, уделяется. И поэтому это все интересно и куда что мы вкладываем.